По традиции, с 1 августа в Московской области начнут работу бахчевые развалы. В этом году в Подмосковье откроется свыше 500 точек продажи арбузов и дынь. Это на 10% больше, чем годом ранее. Бахчевые культуры можно будет купить в каждом городском округе, в том числе и Одинцовском. Адреса определенных аукционом точек продаж опубликованы на сайте администрации муниципалитета.